7 апреля известному шансонье Михаилу Кругу исполнилось бы 60 лет. В этот памятный день родные и близкие музыканта приняли участие в большом концерте, посвященном юбилею певца, который прошел в Твери в киноконцертном зале «Панорама». Песни из репертуара Михаила Круга на Тверской сцене при полном аншлаге исполнили известные российские артисты. Подробности в материале нашего корреспондента. Ровно 60 лет назад, 7 апреля 1962 года, в День Благовещения, родился Михаил Владимирович Воробьев, всем известный под псевдонимом Михаил Круг. Михаила Круга нет почти 20 лет, но его творчество живет. 7 апреля ему исполнилось бы 60, и в этот день в киноконцертном зале «Панорама» собрались родные и близкие известного шансонье. Несколько десятилетий назад здесь располагался популярный в Твери клуб «Тройка». И, к слову, сам артист часто бывал в этих стенах. Спустя годы на сцене в этом же здании младший сын шансонье Александр исполняет песни отца, которая для Круга-старшего стала путевкой в жизнь. Сестра артиста Ольга Медведева рассказала, что пригласила принять участие в концерте только тех, кто знал Михаила Круга лично, с кем он дружил, выступал, отдыхал. Тех, кого пригласил бы сам знаменитый шансонье. Ведь при жизни юбилей он всегда отмечал большой компанией. Было ему 35 лет, был концерт в цирке, и был, конечно, ужин в ресторане, был концерт, тоже был ресторан 40 лет. Я думаю, 60 лет это было, наверное, что-то вот очень грандиозное. Но я сегодня стараюсь соответствовать тому, как бы Миша его провел. И в этот день артисты не только пели песни из репертуара Михаила Круга, но и делились историями, связанными с ним. Леонид Телешев дружил с шансонье долгие годы и старается не пропускать ни одного мероприятия, связанного с другом. Всякие события, связанные с моим другом, я для себя считаю как бы обязательным и необходимым. Вот, потому что как бы люди Мишу помнят, люди Мишу любят, они ходят на его концерты. Ну, не на его концерты, а на концерты памяти. Участник концерта и актер Юрий Кузнецов-Таежный, сыгравший роль шансонье в популярном сериале «Легенда о Круге», вышедшем на экране в 2013 году, также был лично знаком с музыкантом. Правда, в те времена, делится актер, между ними никакого внешнего сходства не было. Актер запомнил своего прототипа веселым, добродушным человеком с хорошим чувством юмора. Я был совершенно другой. Я думаю, что он во мне Круга не видел. Потому что я был на 20 килограммов меньше и худой, с длинными волосами, без усов. Сейчас артист вновь в Твери, в родном городе музыканта. У него появилась возможность полюбоваться любимыми местами Михаила Круга, о которых тот пел в своих песнях. Так как я живу в этом отеле, на 18 этаже, у меня хороший вид. Вся Тверь вот прямо подо мной. И я вчера вечером наблюдал все эти огонечки, и сегодня днем обращал внимание. И ресторан на 22 этаже, видовой, да, это, то есть очень, очень красиво. Волга. Жители России любят артиста спустя года. Многие жители Твери помнят еще прижизненные выступления Михаила Круга и не упускают возможности послушать любимые песни в живом исполнении друзей артиста. Мне очень нравится, я его очень люблю, песни эти все. Видим. Ну, и местных наших артистов, и приезжих. Замечательно. Очень, очень разные все были исполнители. Очень понравился душевный. Мы любим очень Михаила Круга, поклонники. Концерты памяти Михаила Круга проводятся в Твери ежегодно. Киноконцертный зал «Панорама» неоднократно становился принимающей площадкой. Каждый раз мероприятие проходит с аншлагом. Тверь и вся страна помнит нашего короля русского шансона.